All right, we are going to move now into the section of the book of Revelation, the letters to the seven churches. А сейчас мы с вами переходим к большому фрагменту в книге Откровения, где даются послания семи церквам. And these were real churches in the first century. Я хочу сказать, что здесь и речь идет о реально существующих церквах, которые существовали в первом веке. Some of them, in fact, only one of them, we are familiar with from the rest of the New Testament, and the other ones are ones that are new to us. Некоторые из этих церквей мы знаем уже, потому что к ним было написано послание в Новом Завете. В Новом Завете содержится послание к этой церкви, а некоторые церкви, с некоторыми церквями мы не знакомы. So we'll start with the book or the church at Ephesus. Итак, начинается с Эфесской церкви. Jesus is speaking. Снова мы видим слова Иисуса Христа, обращенные к этой церкви. He is walking in verse 1, it says he is walking among the seven golden lampstands. Во второй главе, в первом стихе написано о нем так, что он ходит посреди семи золотых светильников. And the last verse of chapter 1, it says the seven lampstands are the seven churches. А вот в 20 стихе предыдущей главы написано в конце, что семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. So the words to these seven churches are not the words of John. А другими словами, слова, обращенные к семи церквам, это не слова Иоанна. They are the words of Jesus Christ. А он передает слова Иисуса Христа. He is the one who is the Lord of the church. А потому что Иисус Христос является Господом и Господином Церкви. He is the one who is the master of the churches. А можно сказать, что он хозяин Церкви. And so he comes to each one of these churches and gives them praise or he gives them correction. И поэтому он обращается к каждой Церкви в отдельности со словами хвалы или со словами исправления. But he is completely in complete authority to be able to do this. Но он имеет власть, чтобы говорить такие слова. He is not an under shepherd or a pastor. He is the shepherd. Он не просто какой-нибудь пастырь или помощник пастыря. Он добрый пастырь. Он главный пастырь. And he's speaking to real churches with real problems. И он обращается к реально существующим церквам, в которых были свои настоящие проблемы. Now let's look at verse 2 of chapter 2. It says, I know your deeds, your hard work and your perseverance. Итак, посмотрим второй стих во второй главе. Знаю дела твои и труд твой и терпение твое. He says, I know that you cannot tolerate wicked men, but that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and found them false. И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. So they are praised for a couple of things. Итак, мы видим здесь хвалу. За что же похвалили эту церковь? They are praised for pure doctrine. Первое – это чистое учение, чистота учения. They understand the difference between the lies and truth. Другими словами, они понимают, где истина, а где ложь. They are also praised for perseverance. А второе – это похвала за терпение. They have endured hardships and have not grown weary. Потому что они смогли перенести многие трудности и скорби, но при этом не унывали. They are also praised for testing and rejecting false teachers. И третье – это похвала за испытание и отвержение лжеучителей. This is a very difficult thing to do in the church. Очень трудно вот заниматься последним пунктом в церкви. If a false teacher is popular, we want to encourage that popularity. Если лжеучитель популярный, то находятся люди, которые становятся его приверженцами, они ободряют его. In the United States, we tolerate false teachers many times if they are very popular and many people come to hear them. Очень часто в Соединенных Штатах Америки мы терпим или смиряемся с тем, что существуют лжеучителя, потому что у них очень большая популярность, и очень многие люди приходят, чтобы послушать их. There is a pastor in the United States on television who has 100,000 people coming to his service every week.
И есть один пастор в Соединенных Штатах, на его богослужение в церковь приходит по 100 тысяч человек. His books are selling everywhere. Книги его повсюду продаются. He doesn't preach the gospel. Однако он не проповедует Евангелие. He tells people to be happy, have a good attitude. Он говорит людям о том, что они должны быть счастливыми, как найти счастье, как позитивно относиться к жизни. He's very funny. Можно его даже смешным назвать. People like to listen to him. Но людям очень нравится его слушать. He meets in a huge auditorium that used to be an auditorium for a professional basketball team. Он собирает людей в таких аудиториях, где раньше проводились баскетбольные матчи для профессиональных клубов. He doesn't preach the gospel. Однако он не проповедует Евангелие. The Ephesians would not have tolerated this man. Но вот в Ефесской церкви такого человека не стали бы терпеть. But in America, the people have decided that it's more important to have large numbers of people than it is to tell the truth. Однако вот в Америке очень часто думают, что пусть лучше побольше народу приходит на разные собрания, чем они будут слышать истину. That is a very sad thing. Однако это очень печально. The Church of Ephesus were not a perfect church. Однако мы не можем сказать, что Эфесская церковь была совершенной. They are corrected here by Jesus for forsaking their first love. Иисус Христос обличает их за что? За оставление первой любви. Now the word forsaking means to leave behind. Что значит оставить? Это означает оставить позади. Listen to what Paul writes to the Ephesians in chapter 1 of Ephesians, verses 15 and 16. Давайте посмотрим, что писал апостол Павел в послании к Ефесянам в первой главе. Chapter 1, verses 15 and 16. 15 и 16 стихи. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, I have never stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. Первая глава, 15-16 стихи. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». So what have they left behind? Так, что же они оставили позади? They have left behind their love for Jesus Christ. Они позабыли свою любовь к Христу. And they have left behind their love for other people. И также оставили позади любовь к ближним. How can this happen? Разве такое может произойти? How can a church of Jesus Christ forget loving Christ and loving other people? Разве церковь Иисуса Христа может забыть любить Бога и любить ближних? Разве она может оставить такую любовь? Let me tell you how it happens, because I began a church 20 years ago. Я расскажу вам, каким образом это происходит, потому что 20 лет назад я сам основал церковь. You start with a small group of people. Все начинается с небольшой группы людей. You're meeting in someone's home. Вы встречаетесь у кого-нибудь дома, на квартире. Over time, the group gets a little bit larger. Со временем группа становится больше, она увеличивается численно. Now suddenly you need a place to meet. И вы понимаете, что вам необходимо другое место для встречи побольше. Now you need chairs. Потом вдруг вам нужны стулья. Now you need a sound system. А потом вам нужен музыкальный центр и музыкальное обеспечение. And then you need a building of your own. Потом вы понимаете, что неплохо бы и здание построить. And then you've got to repair your building. Потом, если у вас есть здание, то его необходимо ремонтировать. You've got to pay for the building. Потом вам необходимо оплачивать коммунальные услуги и все остальное. And to pay for the building, you have to have more people. А для того, чтобы платить за все, необходимо, чтобы людей было побольше, чтобы десятину собирать. And pretty soon you have an organization that's the purpose of which is to maintain a building. И очень скоро появляется организация, основная цель которой – содержать в чистоте и в порядке здания. Но кроме того, необходимо также заботиться о нуждах людей. You've got to have programs. Необходимо организовывать различные программы. You've got to be organized.
Необходимо вообще быть организованными. And suddenly, loving Jesus and loving other people seems very insignificant. И вот вдруг наступает такой момент, когда любовь к Богу или любовь к ближнему становится не столь значительной по сравнению с этими глобальными проблемами. And suddenly, we've got an organization to run here. И уже люди начинают думать о том, что нужно управлять организацией. Because when a church gets larger, it gets more complex. Потому что когда церковь становится увеличивается количественно, то она становится многосторонней. And our priorities then they change. И больше и больше дел и меняются приоритеты. I hope this never happens in Russia, but in America, the focus is on making the church larger and larger. Я надеюсь, что этого не произойдет в России, но вот в Америке все-таки такая тенденция, что церковь должна быть большой, необходимо увеличиваться, необходимо возрастать, становиться все больше и больше. What can we do to get more people in the building? И всегда задают такой себе вопрос люди, что нужно еще сделать, чтобы больше людей приходило в церковь, в здание? And every pastor is judged by how many people come to his church. И очень часто пастора судят именно потому, сколько у него прихожан, сколько людей приходит в церковь. And if your church has 100 people or 150 people, you're considered to be a failure. А если в твоей церкви только 100 или 150 человек, пастора считают неудачником. Because we have forgotten what the church is about. И почему это происходит? Потому что мы просто забыли, в чем суть церкви, для чего она вообще существует. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. And this is the situation that the Ephesian church was in. И фактически нечто подобное происходит и с Эфесской церковью. Can you imagine any church that began maybe in the 50s and now in the 90s, 40 years old, that didn't have its own building? А вот вы можете представить себе, например, церковь, которая была организована в 1950 году, и вот ей сейчас уже вот около там 150 лет, и у нее до сих пор нет здания. Ephesus was a very large city. Эфесская церковь была, вернее, Эфес был большим городом. And they were very well off. И достаточно богатые люди жили в этом городе. And so they had lost their vision of what they were as a church and began to pursue things of the world. И поэтому они забыли о том, что должно было быть в центре церковного служения, и начали стремиться к тому, к чему стремится мир. So Jesus has a one-word command to them. Иисус Христос дает им повеление, что же нужно сделать. Я думаю, что это слово достаточно известное и популярное в российских церквах. Repent. Покайся. Turn around. Другими словами, обратись. That's what that word means, to turn around. То есть это как раз слово «покайся» и означает, что необходимо развернуться, обратиться. In other words, go back to what you used to do. А что это означает? Вернись к прежним делам, вернись к тому, с чего ты начинал. Most of the time we think that we're moving forward, we're always getting better and better. А очень часто у нас складывается такое впечатление, что если мы продвигаемся вперед, то в нашей жизни все будет все лучше и лучше. But if you move forward on the wrong path, you're just getting worse and worse. Однако если вы продвигаетесь вперед, но идете не по верному пути, то будет становиться все хуже и хуже. So the Ephesians had been on a road. И можно представить это в виде такой картинки. Эфесская церковь шла по дороге. And they came to a fork in that road. А потом была развилка на этой дороге. And they continued on one. И они продолжали идти по одной тропинке. And Jesus said, "Stop." И Иисус Христос им говорит, обратитесь, остановитесь. Turn around, go back. Развернитесь, идите теперь назад. And get on a different road. И вернитесь на тот путь, по которому нужно идти. На верную дорогу вернитесь. Every church in these seven churches that were
had made a wrong turn, God said the same. Jesus said the same thing to them. И вот каждая церковь из вот этих семи церквей, о которых речь идет в книге Откровения, если она пошла не по тому пути, пошла по неверному пути, Иисус Христос им говорит: покайся, обратись. Turn around. Развернись. Go back. Вернись назад. Rediscover in the Word what you should be doing. Снова читай Писание и открой для себя, чем тебе нужно заниматься. God says the same thing to us as individuals, doesn't he? И я думаю, что Бог каждому в отдельности, каждому лично говорит то же самое. He says, go back to where you got off the road. Он говорит, что вернись вот к тому вот месту, где вот ты на развилке выбрал не тот путь. Get off the wrong road you were on and get back on the right road. Сойди с неверного пути и иди по пути правильному. The Ephesian church could do much better. Другими словами, Эфесская церковь могла быть намного лучше. They needed to change their priorities. Им необходимо было изменить свои приоритеты. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.